наш торговый центр Pussycat, точнее, фирма 21 уже готов к Хэллоуину. Смотри, свистит. Он. А смотри, какая прикольная надувная штука. Писька. Надувная писька. Да. Вот такой вот красивый. Смотри, ох. Ой, надутый. Такой шар надутый. О. Чего только нету. Все, Ван побежал. Так. Мы здесь приехали вообще кое-что закупить. Вот здесь, кстати, хорошая кофейня. Мы здесь кофе пили. Вкусный, кстати, здесь кофе. Все. Но мы все равно не торопимся. Можем ходить сколько хочешь. Да. Ой. Те, у кого есть деньги, здесь, конечно, можно вот жить хорошо. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Джей Март. Вот здесь, кстати, у меня в прошлый раз это на симку. Он как раз этот парень. Не покупайте здесь симку. Айс. Она здесь дорого стоит. Да, давай Xiaomi посмотрим. Да, давай. 12Т. 31900. Нет. Это Pro. Если ультра. 12. Давай. Смотри. Нет, здесь как-то мало. Ультра еще не вышло. Да, мало всего представлено. Да? Да. 11Т Pro. 16900. Да. Что еще тут есть? Мы хотим кое-что купить. Телефончик. Телефончик. Во. Redmi Note 11 Pro. 9600. Вот такой вот. Камеры какие. 108 мегапикселей. А вот такой Redmi Note 11. Это не Pro. Но 11. Да что? Хороший. 680 Snapdragon, там все дела. Посмотри, 680 Snapdragon, батарейка на 5000 часов. 90 Гц, кстати, хороший AMOLED-дисплей. 6900, мне кажется, очень хорошая модель. Угу. Полно всякой техники. Ой, это что такое? Поилка для кошек. Ух ты. Причем, кстати, вы знаете, вот можно такую поилку оставить, чтобы вот кошка пила, и если бы уезжать на долгое время. А это вот, соответственно, кормушка. Если она к ней подходит, там раз и высыпалась. Прикольно. Это, например, если кошку оставлять там на несколько дней. То есть можно процесс автоматизировать. Кошка, в принципе, одна может дома оставаться долгое время. Так, мы пойдем вот в этот. Banana Mobile. Меня тут просили еще узнать по поводу айфона. Вот. Так что пойдемте здесь посмотрим. V25. Ну что? iPhone 14. Redmi. Samsung. A13. A04. 4. Техника, кстати. Вот курс был, вот мы приехали когда, был курс вообще шикарный. Сейчас курс, конечно, поднялся. Вот, ну, уже хуже. Но все равно остался более-менее хорошим. Ой, технобот. Ё-моё. Красивый. Так, вот здесь банана. Вот 12Т. Вон, серия Т. Ты хотел. S22. Кстати, вот насчет S22. Вот, самый дешевый, получается. 8128 стилусом, 39900. Я, кстати, хочу себе отдельно купить вот такой стилус для своего телефона. Я его, наверное, куплю, если у них есть. Чисто вот стилус вот такой взять, и все. Потому что у меня же 21-й, он поддерживает тоже эти стилусы. Вот такие вот цены, кому интересно. Вот, как у Вовки. Нашел, что хотел? 9 Pro. Realme. Есть. Кстати, вот меня просили узнать по поводу айфонов. Вот 14-й iPhone 128 стоит 37900. Это 14 Plus. Но это, а нам нужен Pro. Вот, 14 Pro Max стоит 128-44, а 14 Pro 128 гигов стоит 41900. Вот Pro и Pro Max 41900. Ну, цвета, я так понимаю, есть разные. Вот это вот Pro, прошка идет, фиолетовый. Он, по сути, хотя нет, он черненький. Вот, фиолетовый.
Вот такой вот. 41 900. Все, будем знать. Передадим, кто там просил. Все. А ты что смотришь? Пошли еще поедем. Пойдем. Ты примерно посмотрел цены? Да. Молодец. Стилуса у них нету. Блин, обидно. Я хотела отдельно стилус купить, мне сказали, вот нету стилуса. Пойдем посмотрим. Вот я, кстати, пойдем. S-Pen называется. Стилус, S-Pen. Вот здесь, кстати, тоже, вот смотри, представлены телефоны. Вон, пожалуйста. Давай, иди, а я тут. Huawei. Huawei, кстати, прикольные, но у них нету этих. У них не установлено, к сожалению, приложение. Google приложения здесь нету. Так что не вариант. Это слишком будет заморочено, чтобы там поставить. Так, сейчас здесь ставим S-Pen. Нашел официальный магазин Samsung. 39 900 здесь стоит. 8128. Вот такой вот телефон. Черный. 8128. 39 900. Так, а мне нужен отдельно S-Pen. Ручка вот такая вот. Не знаю, может быть здесь хотя бы продается. Ходили-ходили мы и вот такому телефону пришли. Да. Здесь у него быстрая зарядка 33 ватта. Вот здесь 90 Гц. Здесь 680 Snapdragon. Вот такой вот Note 11. Вот, хотим взять такой телефон. Угу. Купить телефон. Вот такой вот. Знаете. Да-да-да. Мы сейчас его купим. No, have the top finished. Finish? Have this one. Only this? Yes. Вообще нет. Yeah. Utilize Samsung. Samsung was 7999. Такого нет. Same this one. Такого на 628. Окей. Жалко. Пойдем посмотрим Samsung. А что за Samsung? Like this. Пойдем посмотрим. 33. 23. Uh-huh. What gets? Oh no, this model. А, 13. А, вот такая будет, да? Yes. Ага. Герц. Экран. AMOLED. AMOLED. Yes. AMOLED. Ага. Snapdragon 695, кстати, еще лучше стал. 8,8. 128. Кстати, нормально вообще. 125. Смотри. Это, кстати, даже получше. Еще и даже 120 Гц. Это вот такая вот. Это, What price for this? Yes, она же показывает. Давай такой возьмем. Это лучше даже. Это лучше. 8128. Так, оперативка 8128 на 128. Быстрая зарядка. 120 Гц, 50 мегапикселей. Но это, кстати, даже лучше. Да есть. Quick charge. Да, 25. Все. Такой. В комплекте год. Есть? Да, все берем. А почему так? Угу. Извини, получилось даже лучше. Он еще 120 Гц, 5G. А там тоже всяких там прибамбасов дофига. И Samsung, это хорошая проверенная фирма. Сейчас нам все сделают, все на форме. Все здесь у нас. Сядем, сейчас все проверим. Да, покупаем телефончик. Да, вон. Да, вот так вот, прикинь. А WhatsApp там не будет работать. Угу. Вот эти вот можно прямо вот такой показывать. Открывают. Сейчас тоже. Нормально. А ничего, кстати, 5G с запасом. Это free. Это еще подарки нам еще дают. Фига себе. Прикинь, нам еще подарки дают. Гляди, потому что больше это 40 нельзя нам. Да успокойся ты. 10 тысяч. На 10 тысяч вообще нормально. Good? You buy credit gas or cash? Cash. 7,999 Деньги. Она, потому что открывать не будет, потому что когда не заплатишь. Give me passport. Passport? Yes. What's refund? У меня есть фотография. Ну, они сейчас расширят. Нормально. Еще нам кучу подарков всяких не дают. Посмотри. А что такое? Powerbox такой. А, это, по-моему, Powerbox. То есть зарядка. Это кабель. Опять в одном. Тут видишь, здесь вот зарядки. Это там, короче, это как прикольно вообще. Сейчас подарок вообще кучу дает. Супер, да. Денежка. Да. Ну-ка сними меня слегка. Это как это, это в фильме «Брат 2». Да. Чего ты? Хватит тут, блин. Так. Galaxy A23. Black color. Там про нас все скрывают. Validity International 1 year. Yes.
Интернациональная гарантия на год. Ну, правда, и по гарантии придется приехать в Таиланд. Ехать в Таиланд. Будет повод вернуться. Саладиха. Да, да, открываем. Телефончик. Да, вот такой телефончик. Красивый, Samsung. Все, да. Вот, кстати, зарядка. Все есть. Но это не быстро. Нормально. О, вот такой он серенький. Знаете, пока типа царапин или что? Все это есть, да. Все good. Вот здесь еще пленочек потом снять можно. Круто, красиво. Надо под него еще этот чехольчик сейчас подобрать. Зачем? Ну, чтобы красиво. Вести, а там он сам отыщет. Подожди. Так вот, Android, все хорошо. Кстати, достаточно новая модель. Хорошая. Да, берем. Сразу нам ставят. На себе ставят тест. А, ну она сейчас настроит его, а потом переведет на русский. Да. А мне нравится то, что еще подарков куча. То, что он со скидкой у них еще. И нам еще Water Fount оформят. Здесь там Европа. Да, да. Надеюсь. Кстати, тоже. Кстати, не факт. Скажи. Не, Европа. Европа. Ну, мы найдем. Здесь переходники-то есть. Тукоми купим. У меня, кстати, по-моему, даже такой есть. Нормально. Магазин «Банана» — это что-то типа нашего М-видео. Ой, он представлен в разных торговых центрах, вот это вот, говорю, да? Так, надо заполнить. Угу. Сейчас дополняем документы. Короче, вот заполняю документы для Water Fount. Вот. Видите, тут нужно обязательно заполнить, чтобы можно было получить еще tax-free в аэропорту. Нам здесь еще и Water Fount сделают. Там можно будет просто в аэропорту забрать денежку немножко. Вот, потому что не tax-free, а это, как это называется, НДС, да? То есть НДС да, можно да, будет да. вернуть. Это 7%, которые да. стоят. Угу. Документы заполняете, там номер телефона, что она попросила, почту. Вот, да. Эту дату. Это для них. Да, 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 да. И нам сейчас дадут бумажечку, мы по ней просто потом предъявим, и нам денежку вернут. Все. Вот так вот. Да, это мы подарок купили. Samsung хороший такой телефончик. Шикарно. Обалденно. Так, надо все-таки купить чехол, потому что иначе мы его замацаем. Вот такой красивый. Видишь, кстати, он все по-русски. Видишь? Все, смотри. О. Но у него пленку одевать, как мы одеваем, ни один чехол. Загнутый, видишь? Да? Ну, обрезанная пленка. Обрезанная, скажи. Купили телефон. Бананам, 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 бананам. Такой телефончик. Видите, у них там все красивенько. Я вот думала, что это, по сути, просто вам чек дают, а здесь надо именно реально его оформлять. То есть, если вы делаете покупку дороже 2000 бат, то вы можете оформить Water Fount, но его нужно оформлять. То есть, там полностью документы, паспорт нужно с собой иметь. Вот. Дата, кстати, вы дата обратного вылета обязательно указывайте. Номер рейса. Да, и номер рейса. Так что имейте в виду. Если будет кто-то вот так вот покупать технику какую-то. 7% вам вернут, которые вы здесь оставите. Да, да, да. Очень, кстати, от полезная суммы. Штука. Да. Тоже мелочь приятная. Надо, ну, кстати, узнать. Это... На, вот это, скрой. Там, это, по-моему, давай, открывай. Спрашивают, это что нужно. Давно я так телефон не покупала. Знаете, вот это вот чувство. Я не могу. Нужно вот эту вытащить, там открыть. Ну, вот смотри, вот так вот берешь, вот так вытаскиваешь. Ну, вытаскиваем. Ну, и все. Да, 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 все. У меня ногтей нету, чтобы это открыть. Вот. А, это... Наушники. Тут, смотри, короче, тут наушники идут. Ух ты. Вот, считай, с наушниками сразу. Круто. А это, как сказать, это у них подарочная? Да. Да. Это вот кабель. Кабель. Кабель, да, зарядочный. Слушай, классно все. Type-C-шный. А это что такое? Это переходник на iPhone. А, на iPhone? Не-не-не, это не на iPhone, на этот. Это микро... Микро-USB, да. Так, вот это что такое? А, это, короче, этот... Ну-ка, открой. Давай, открой.
вообще круто. Слушай, ну это good. А вот это? Это он как брелок, да? Это для этого, ну, в общем, сворачивать вот этот вот. Да, вот да, сюда да. Вот так кладешь, вот, например, да, фирменный, да, вообще. Вот, хорошо, кстати, здесь взяли. То есть они подарочки всякие дают. Класс вообще. Все, прям круто. Подставка, смотри, какая классная. Так, давай, убирай. Во. А еще, смотрите, вот такой вот этот пауэрбэнк. Там же нету гнезда под наушники. Да. Нет, там есть. Есть? Да. Разве? Есть. Есть, есть, есть. Да. Да. И, короче, все супер. Мы хотели сначала один телефон, а в итоге получилось намного лучше. Все равно, если бы взяли тот, был бы. Да ладно, качу. Этот 120 Гц, ты что, с ума сошел? Все. Ты как-то это сравниваешь? Samsung и, извините меня, Realme. Samsung получше будет. Что? Вот он такой будет. Кстати, вот это, наверное, только я себе отожму. Извините. 10 тысяч. Ну куда он тебя? Не, ну она маленькая, смотри, видишь. И плюс он, видишь, что показано, что много всяких разных. Здесь можно и iPhone подключить, и все, что хочешь. Это для зарядки? Да, он как Power Bank. Он универсальный. Или для зарядки вот его. Он вот не как знаю. Выглядит, видишь? Ну, короче, разберемся. О, кстати, написано Made in Thailand. Да, все, да. Круто. Счастье, счастье не придем. Ребята, давайте, купили. Все, смотрите, какой красивый пакет. Все, отлично. Так, и iPhone, еще раз. Меня просили узнать, iPhone стоит 41 900. Вот, это магазин, короче, он у них представлен во многих торговых центрах. Вот, он что-то типа M-видео, говорю наши. Кстати, мы еще хотели чемодан посмотреть. Да. Я считаю, что мы взяли отличный такой вариант. Отличный. Я вот не знаю, какой. Или вот такой жесткий. Не знаю. Шопинг состоялся. Короче, пошли отмечать. Та-дам! Надо покушать. А то я уже кушать хочу. Да? Вот такой, кстати, был прикольно. И ребристый, и тёплый. Он мягкий. Это тоже он мягкий. Он должен быть мягкий. Вот этот, кстати, получше. Подожди-ка. А если они нет, тоже мягкие. Они очень кинут. Они вообще, кстати, мягкие такие все. Они даже должны быть мягкие. О, вот этот вот хороший. Вот он вот реально не прогнется. Вот такой хочу. Он тоненький. У него что-то тяжелый и промнут. Думаешь? А вот такой? О, вот этот, смотри, какой классный. Такой вот. Сколько, кстати, такой стоит? 3000 стоит. Это вот этот стоит, а этот меньше. Ну-ка. А вот он, мне кажется, слишком великоват. Видишь, для... Что? Слышь, мне кажется, он великоват. Кстати, у них еще и скидки, видишь, они идут. Вот. Вот он. Мне такой нравится. Думаю, мне кажется, такой прикольный. Штучками. На магните причем, да, по-моему? Да. Тут есть код. И что-то такое еще. И ключик еще. Ключ. Ну, там, наверное, ключи, вдруг забудешь. Да. Слушай, вот такой прикольный. Кстати, сколько он стоит? 2600. А вот такой, наверное, подойдет для этого, для ручной что? Кладь. Что-то типа ручной клади, нет? Ручная кладь? Да. Как я считаешь? Даже не знаю, какие у него размеры. 20 дюймов что-то написано. Ну это 20 дюймов, это вот он. Подожди, как это? Диагональ. Вот так вот. 20 дюймов. Так. Вот, он, кстати, стоит сейчас по скидке распродаж 2600. BP World. Надо, кстати, посмотреть вот это, BP World. Ну, вот этот мне нравится. Он такой плотненький, хороший. И здесь на резиночке. Вот такой надо будет потом посмотреть. Вот цвета. Да, хороший. И это вот BP такого. World. Вот он тоже. Ну, еще. Вот темненький, да. Может... То есть его можно хоть так вот, да? Ну, вот он, можно вот так вот взять. Кстати, еще вот эту штучку вытаскивается. То есть вот так пошел, ну, идешь. Короче, здесь, я так поняла, у них есть крупненький, есть помельче. То есть смотри, вот это вот самый мелкий, да? Да. Это самый мелкий, а вот это вот средненький. Это большой. Да. И вот такой стоит 3000, а вот это стоит 3500. 3600. И это вот по размерам как наш вьетнамский. Ну почти, да. Да? BP World. Надо, кстати, почитать вообще отзывы. Mm-hmm. Кстати, хорошая цена. 3500. 5000 у нас таких вот нету хороших. Вроде такой добротно сделанный. BP. Такой нормальный. Тоже BP? Очень BP. А,
А what the best? Вот такой или такой? Такой лучше, да? Он говорит, такой лучше. У него ребро же алюминиевый. Алюминиевый. Нет. Запалом. Ты прям, прям хороший, да? Вот такой, говорят, лучше. Ребро жесткости. Раз, два, три, четыре. Ну, подожди-ка. Вот такой. О, раз, все. Вот так везешь, да. Во, кстати, супер. Ух ты. О, смотри, смотри, как что-то. Вон, это для этого, для всего. Вот этот хороший. А сколько он стоит, кстати? 4200. Ну, чуть подороже, да. И здесь он, смотри, как круто. У него и ножки, да, получше. Это ребро жесткости. Угу. А эти резиновые. Что я думаю, какой лучше брать? Побольше, поменьше? Не, маленький лучше. Думаешь, маленький? Чтобы вручную кладь пришел. А мне кажется, ручная кладь не пройдет. Спроси. Вот такой вот чемодан. Не, ну, мне вообще нравится. Он такой, знаешь, это дорого и богато смотрится. What you found? Maybe? What we found? What we found? No? No. Не идет, да? What we found? Не вернуть. Сайд. Скидка идет. Кабин сайд. 24 на 55. Excuse me, it's finish price? Or maybe... Это скидка 50%. Это 50% скидка. То есть он еще со скидкой. Понятно. Подожди, посмотри ножки. Включи тебе ножки. А, кстати, тяжелый? Да, гляди. Тяжелый, не тяжелый? Ножки. Прикольно. Не, он легкий так. Да. И я думаю, кстати, действительно, он видишь, больше пластиковый. Синий поместится. Нет, сатан. Понятно. Она сказала, что, в принципе, его можно брать вручную кладь. Там цель, это указано, 27 на 44 на 37. Да? 25. Нет. Нам вот и нужно такое, чтобы можно было вручную кладь брать. Было бы здорово. Просто, ну, просто у нас иногда на наших самолетах, да, а такой не входит. Я, короче, сказала, давай сейчас это переварим. Кстати, девочки, кто знает вот, по поводу вот этого багажа, ну, чемодана, напишите мне, пожалуйста, в Инстаграм, пройдет он, не пройдет вручную кладь. Как бы нормально будет, ненормально. В общем, все, вот такие вот у нас покупки. Поздравляйте нас с покупкой нового телефона в подарок. Вот. Любим всех, целуем. Мы сейчас идем кушать и отмечать это дело. Все, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.